Начали неплохо. Провели хороший первый период. Полностью владели инициативой. Второй период мы играли достаточно хорошо. Не обязательно гол за 10 секунд до конца периода, который, возможно, был переломным как-то. В начале периода удаления пропускаем, и потом уже пытались догнать, отыграться, но не получилось. Почему не удалось весь матч провести так, как первый период? Есть понимание этого вообще? Не знаю, какие-то, возможно, ошибки глупые, ненужные. Пытались создать больше моментов, где-то не получалось. Но я не считаю, что мы сыграли только первый период хорошо, потому что второй период тоже был неплохой, только последние 10 секунд, если взять. Ну и третий период. Пытались отыграться. Не вышло.